О, встретил такого. Пенсионер, 7-10 лет. Вам тоже, наверное, уже немало. 53. Ну, я на 10 лет старше. Вот, поехал на зиму почти. До ноября, наверное, да? Ну да. 5000, это до ноября. Я сейчас там в Котласе к друзьям зайду, там погощу. Там на востоке Коми, может, даже и дорог-то нормальных нет, поэтому там уже вряд ли получится. Это от Сыктывкара еще туда, на восток, к Уральским горам. Там таким по проселкам, если хочу пройти. Ну, а да. Что, карта вся в линиях, вот где линии нет, надо еще пройти. Тоже жесткая вилка, а? Жесткая вилка тоже. Ой, я на это вообще... Наши рязанские велосипедисты говорят, мы на такого по крупному не поедем. А я, он у меня с грузом, как в походах, уже более 40 тысяч прошел. Я в 14 году пришел, когда с ним на Камчатку. Там все сбежались и говорят, а мы стелс за велосипед вообще не считаем. Ну да. Ну вот я его в 8 году купил за 5500. Ну сейчас он... Обычные переключатели. Все старые, вообще родное, представляешь? Меняют только вот колеса, звездочки. Все переключатели старые, это все старое, все родное. И не, ничего. И каретка старая. Все старое. Это я еще вот более 40 тысяч с грузом. А сколько я дома катаюсь? Может, он еще и 100 тысяч прошел, откуда я знаю. Я уже там не считаю. Да. Так что я когда. У меня до этого был китайский складной. Я приехал в Владивосток, а с прицепом, с большой лодкой, потом по морю поплыл, ну, надул и поплыл. Так китайцы сбежались. Как вам наш велосипед? Мне когда узнали, что с Рязани. Как вам наш велосипед? Сфотографируется. Китайский складной велосипед был. Вообще, тоже дешевка это. Я говорю, в моем деле главное не железо, а человек. Вот. До этих велосипедов у меня был советский Урал. Он до сих пор на ходу в гараже стоит. На нем 45 тысяч походов прошел. А сейчас вот у меня идет 153 тысячи километров. Это только в походах. Это не только велосипед. Там и пешком, и на веслах, и все. У нас же 6 регионов, куда не дойдешь. Без... Угу. Дорог-то нету. Камчатка, Чукотка, там Таймыры, Венкии. Даже здесь вот Ненецкий автономный округ. Поэтому без лодки не дойдешь. Поэтому у меня так вот и получается. Велосипед, лодка и пешком. Так, ну в интернете не напишешь. Наберете, если Виктор Атласов, путешественник, там много чего написано. Лично меня там нет. Мне все говорят, когда ты сайт создашь. Я говорю, когда он будет создан? Виктор Атласов, да. Виктор Атласов, в общем. Ну, где-нибудь в интернете получается, да? А? ВКонтакте, да? Или где? Да нет, я вообще? Говорю, лично меня там нет, у меня нет сайта, я не создавал сайт. Просто вот журналисты пишут, люди пишут, вот с которыми я встречаюсь, вот как ты, честно, раз туристы все, журналисты, вот эти вот пишут. Понятно.